Выставка, потрясающая своей географией и разнообразием, открылась в минувший четверг в Музее минералов. Геолог и путешественник Григорий Жуков представил поделочные и декоративные камни из личной коллекции. Экспонаты привезены из Украины, с Кольского полуострова, Кавказа, Чукотки и даже из Африки, где долгое время жил и работал. Выставка посвящена памяти Алексея Осипенко, друга путешественника и известного исследователя. Он посетил все континенты, которые вплоть до Антарктиды, посетил, работая, 124 страны, и ему не хватило еще только 4 страны, чтобы, работая, попасть в книгу Гиннесса как путешественник. Я никогда не покупаю ничего, мне в основном дарят. Вот. И я тоже стараюсь не продавать, и вообще даже не продавать, а дарю. Поэтому музей увидел, что у меня коллекция как бы чем-то интересная, и он предложил мне выставиться. Коллекция путешественника насчитывает 100 экспонатов. Здесь рудное золото, сланец, окаменелое дерево и даже фрагмент бивня мамонта.